сегодняшний обзор вот такой вот тут старый Panasonic. Он выпускался в 2002-2003 годах. Кассета здесь, сейчас перемотывается, радио и CD. CD читает только информацию, MP3 не читает, но сейчас я продемонстрирую. Это сейчас работает радио. Вот антенна у него такая. И сзади. В общем, выходная мощность здесь где-то 2 по 15 или по 10, где-то так. В общем, вот. Если посмотреть. Тридцать ватт потребляемая мощность, ну где-то ватт по 15 на канал, наверное, дает. Играет довольно таки сейчас вот радио играет, цифровое радио громко довольно таки работает. Низы присутствуют какие-то здесь. Так, Теперь послушаем CD-плеер. Кассета закончилась, перемотка. Включим на запись. Запись автоматическая. Вот запись. Пошла запись. Так. Так. Сейчас посмотрим CD. Такая вот прелесть, довольно таки тяжеленький, ну где-нибудь ставить на кухне или еще где-нибудь, или на даче. Бумбокс называется. Так бесконечно. Радио довольно-таки чисто работает. Кто жил с тобой рядом? Ты знаешь? Так. Довольно-таки быстро загружается. Это 9 ноября в регионе запустили второй мультипу. Люди украсят вами свой праздник лишь на несколько дней. И оставляют вас умирать на белом. Да, к этой модели еще вставляется такой. Можно с него. А люди уносят вас домой, и вечером поздним. Пусть праздничный свет наполнит мир. Все окна дворов. Вот даже. Даже на полную громкость не буду делать. Орёт здорово.
Вот такая вот экзотика ретро. Пишите свои отзывы и комментарии.